Всем привет, друзья! Я сейчас нахожусь в отеле Sandia on Kabala Beach. Это отель рядом с регионом Вилигама. Небольшой бутик-отель, стоит прямо на пляже. Всего 8 номеров, все стильные, красивые, фасадные. Чем-то напоминает маленькие отельчики в регионе Тулум. Здесь один ресторан, бар, завтрак включен в стоимость, маленький бассейн. И вот такая небольшая территория, один корпус, и сразу же за мной пляж. Далее небольшое видео, обзор номера. Смотрите все видео с отелей Шри-Ланки, их достаточно много уже на канале. И обращайтесь за покупкой тура на Шри-Ланку, а также в другие страны. Мы обязательно вам подберем отели, авиабилеты. Подписывайтесь на канал Отдыхаева и будьте с нами. Итак, все начинается здесь. Вот ресепшн отеля. Основной такой холл, который одновременно и такая зона отдыха. И тут же находится игровая часть. Люди вечером могут взять настольные игры, поиграть в этой зоне. Тут же находится бар. Вот несколько столиков. И вот небольшой бар. Весь отель это фактически лобби и уличная зона. Сейчас я покажу. Значит, улица это вот движечки для всех номеров. Сразу перед нами пляж. И вот такой небольшой бассейн на входе. Так, вот на второй этаж еще ведет такая лестница красивая. И на втором этаже есть зона лаунж с телевизором, диванчиком. Вот сейчас я покажу эту кусочек. Здесь гости вечера могут также посидеть, наслаждаться, поиграть в игры, почитать книжки. Такая small мини-библиотека. Номер называется студио. С правой стороны при входе сразу же ванная с душевой кабиной, туалетом. Тут полотенечко. И дальше основная комната. Такое красивое большое зеркало. Столик, софа. Мебель такая стильная. Деревянная. Есть также колонка Harman Kardon. Стильные светильники в номере. Классный стол. Все номера с видом на море. Вот такой балкончик. И море сразу прямо. Вот так выглядит отель в обратную сторону, со стороны моря. Все в стекле, стеклянные фасадные окна, все номера с видом на океан.